Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как загружать видео в ТикТок. Многие с этим столкнулись, и я в том числе. Искала я выходы, но нашла. Что нам для этого понадобится? Само приложение ТикТок, VPN, ProxyMaster, вот он, вот этот зелененький ключик, и браузер Firefox, вот он, видите, вот этот вот. Что мы делаем? Первое. Мы включаем VPN. Сейчас при вас будем загружать, чтобы вы убедились, что видео у нас загружается. Идет подключение. Ждем, когда VPN-ка наша подключится. Так, все, мы подключились. Вот рекламка, ничего страшного, зато он бесплатный. Так, теперь мы заходим в браузер, именно в него, не в Google, не в Яндекс, а в этот браузер. Тут мы в поисковой строке бьем тик. Браузер. Вот он, TikTok браузер. Ищем. Заходим. Вход в TikTok. Видите? Заходим. Все довольно-таки элементарно и просто. Вот мы зашли, вам нужно будет зайти в свой аккаунт. Вот он мой аккаунт. Заходим в него. Сейчас он прогрузится. Вот видите, выберите видео для загрузки. Я видео уже подготовила для ТикТока. Вот оно у меня, вот это видео. Мы его будем загружать. Пошла загрузка. Ждем окончания загрузки. Кстати, видео мы загружаем с включенным VPN-ом. Об этом не забываем. Ну, сейчас у нас оно у нас загрузится. И будем дальше с вами делать. Ждем окончательной загрузочки. Я очень долго искала, но нашла. Надеюсь, вам также будет полезно. Угу. Сейчас оно у нас, вот все, видео у нас загрузилось. Мы вот тут вот будем делать описание. Так, ну и видео мы... У меня это идет как превьюшка на канал. Я пишу, смотри полную версию на YouTube-канале. Так, далее. Видите, я тут все сделала, да? Надо отключить VPN.
Заходим в VPN, отключаем, отключить, отключили. Как обычно, рекламка. Заходим опять в видео и нажимаем опубликовать. Ваше видео загружено. Смотреть профиль. Смотрим. Смотрим у нас ТикТоки. Ребята, ну вот, как вы видите, видео загрузилось. На этом. Вот оно идет спокойненько. Смотрим на другом аккаунте. Так, ТикТок. Смотрим на этом аккаунте. Проверяю все при вас. Так, подписки. Угу. Смотрим. Видео идет, как вы видите. Даже поставим лайк. Так что вот так, ребятки, при вас загрузила. Все работает 100%. Так что используйте. Надеюсь, вам мое видео будет полезным. Принесло вам пользу. Ставьте лайк. И еще, не нашла, как через этот способ загружать музыку к ролику. Если кто-то знает, как это сделать, пишите в комментариях. Буду очень рада. Я не увидела, как это мне сделать. Ну, и еще одно, кстати, забыла вам сказать. Включаю, смотрите, VPN у меня, видели, ProxyMaster, его установили для загрузки видео в ТикТок, и у многих также проблема с Инстаграмом. Сейчас мы подключим, я вам покажу, что с ним все работает. Заходим в Инстаграм. И вуаля, все работает. Вся лента. В Инстаграм я выкладывала ролики тоже. Вот. Сейчас все прогрузится, все работает. Так что, надеюсь, вам будет полезно. Ну, а мы с вами не прощаемся. И, как обычно, моя любимая фраза. До встречи на нашем канале. Всем пока-пока!